Пока мы спали, маленькая мышка нашла камеру. Ну что? Слушай, молодец! Покормить воробьев — это то еще развлечение. Все, вы закончили? А тихо, тихо, тихо. Ты снимаешь? Да. А что это за жуткие такие черные птицы? Сейчас я обойду с другой стороны. Миха, это твой друг. Посмотри налево. Это тут какая-то дичь просто происходит. Миш, сейчас еще раз. Я хочу тоже. Камера что-то глючит. Я хочу попробовать. Миш, дай. Миш, дай Эмме тоже. Эмма, не шевелись, он подойдет сейчас к твоей руке. Эмма, не двигайся, только не двигайся. Сделай так, чтобы ему он мог подойти к тебе. Так, чтобы было понятно, воздух где-то примерно градусов, ну, 32-33 сегодня хамсин, может даже 35. Солнышко прижаривает, а вода 24, а может даже и 20. А, молодец! Ну как? Нет. Что нет? Еще раз. Не получилось снять, надо еще раз. Нет. Нет, все? Иди, нет. Я больше не хочу. Ну, твоя очередь. Спинкой разворачивайся и окунись. Не пой. Давай. Молодец, да, все видят. Только держись тут очень глубоко. Я держусь. Все, вылезаем из воды. Умница.